Тук-тук-тук. Мальчики и девочки, ребятки, ребятушки, где же я? А, вот он я. Вот он я, ребятки, всем привет. Сейчас вебку поправлю. Немножечко сегодня не успел, немножечко сегодня поздновато. Но сегодня, ребят, мы наконец-то затестим Skyrim на максимальных, с максимальной удачей практически самого старта. Практически всем привет, друзья! Приветик! Привет! О, ребятушки, я еще не остыл. Что-то мне сегодня по графику вообще, я вот недавно пробежал. Те, кто подписаны у меня на Instagram, могут посмотреть сторисы. Сегодня было тяжело. Не знаю, бывают, знаете, такие дни, когда лень, ну вот намного больше, чем труд. Ну бывает, у каждого, да? Да. Вот сегодня у меня как раз-то в плане бега такое было. Рагнар Рыжий, привет. Зевс. Ребятки, здрасте. Ребятки, привет. Аксов. Здорово. Привет. Чип, Зевс, Эпик. Ой-ой-ой-ой, Миша, привет. Приветик, Миш. Ой, чатик летит, ребятки. Ой, чатик просто летит. Ух-ух-ух-ух. Привет, ребят. Привет. Добро пожаловать. Ну что, поехали. Хватит тянуть. Как же, блин, жарко. Да, знаете, обычно после каких-то физических нагрузок организм нужен еще мага. Немножечко отдохнуть, остыть. Блин, мне полчаса недостаточно было. Я пришел, холодный душ, все, знаете. Ну, наверное, связано еще, знаете, жара сейчас парит. И бегать это отдельный кайф. Просто отдельный, особенно если бегаешь вечером. Потому что на утрах как будто лень вставать. Ладненько, ребят, ладно. Немножечко я заговариваю вас. Ну что, Skyrim на максимальных. Кто вообще не в курсе, да? Начал такое нестандартное прохождение, где сейчас вкратце, как всегда. Палыч, спасибо, только, пожалуйста, не пишите, ребят. Не пишите, пожалуйста, в Steam. Кремезоныч, спасибо, привет, за 50 Кэт. Рублей. Ну или Ваня, поиграю как-нибудь в Overlord 2 и Dragon Age Origins. Они есть в Steam и торрент и тори, так что все ок. Спасибо. Спасибо. Да, хочется что-то мне новенькое, ребят. Хочется, не знаю, я вот недавно вспомнил за Rage 2, который я как бы начал и что-то не очень, а потом прошел Doom Eternal, а он, в принципе, такой же, как и Doom, и думаю, может быть, возобновить, т.д.д., и все. Ну, короче, так как с Ассасином у меня там какие-то дилеммы, не знаю, что-то у меня нужно там плясать с бубном, а когда начинаются какие-то пляски с бубном в плане перестановления там что-то в компьютере, то я в большинстве случаев забиваю на эту игру и иду дальше играть то, что хочу. Ребят, Skyrim на максимальных. Это когда самой первой локации ты начинаешь не с первого, а с 50 уровня. Для чего это сделано? Для того, чтобы все локации были максимально сложные. Да, будет потно. Да, будет очень потно. Но за счет этого во всех локациях, потому что тут же автолевелинг, понимаете, в определенных локациях крутое оружие генерируется только на высоких уровнях, а так получается уже везде теоретически должно быть крутое оружие. Как раз-то мы это все и проверяем. И, конечно же, я вкачал, чтобы было максимально сложно и интересно. Изначально не распределил перки там по нужным, знаете, а вкинул чисто взлом. Почему у меня взлом легендарный аж 6 раз? Аж 6, мать его, раз. Вот, и почему взлом? Так как я начал все-таки, если удача, то золотоискатель, вы находите больше золота в сундуках, охотник за сокровищем, вы находите на 50% больше особо. Я играю за имперца, у которого особый талант, усталость, голод, ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, это ж я сейчас устану, офигеть, нужно где-то поспать. Имперец, у которого отдельный перк удача. Ребята, Виктор Дроздов, спасибо. Привет, Ваня, удачного стрима. У тебя будет прохождение Ведьмак 1 и 2. Да, хочу. Я уже давно ребятам заявлял, что пройдем Каменные сердца, пройдем Кровь и вино и начнем с первой части. Привет. Аумин.
Аумин, неправильно прочитал, простите, ребята, если коверкаю ваши американские ники. Ну, плохо учился. Плохо у меня по-английскому, плохо очень. По-русскому бывает плохо, да? Да, ребята, я играю за имперца, и только у имперца есть имперская удача, и имперец находит везде чуть больше золота. То есть, понимаете, больше денег, особое сокровище. И последнее, что влияет на удачу и на денежки больше всего, это, конечно же, квест, который называется «Заглянуть под каждый камень». Это самый тяжелый квест во всея Скайрим. Самый, ну согласитесь, самый тяжелый. Во-первых, нет маркера, с такой, знаете, еще отсылочкой на старые части, где нету маркера, где нужно искать самому. Вот хотелось бы, честно говоря, вот... Скайрим, ты что, сворачивайся. Борода из мира. Только свитки, только хардкор. Скайрим для нордов. Спасибо. Спасибочки. Вот Артём писал, что было бы классно, как всегда, все квесты по маркеру, но было бы, конечно, отдельно классно, если бы также в Т6 было еще не только вот как один, а много таких квестов. Много. Ну, в принципе, в Скайриме это что? В Скайриме вот такие вот глобальные квесты, это заглянуть под каждый камень с камушками Баранзи. Потом еще, ну, можно... как бы и квест, и не квест, это поиск всех масок, да, тоже отдельно крутая фишка, которая прям мотивирует тебя исследовать весь мир, найти все маски, их-то не так-то просто найти, и, по-моему, даже маски с одной стороны и легче, а с другой стороны и тяжелее, потому что вот, например, некоторые маски ты не получишь, не пройдя определенные гильдии, да. Те же самую гильдию магов нужно пройти, чтобы получить маску. Главный квест нужно пройти, чтобы получить маску. Егорка, спасибо. Ваня, привет. Как дела? Как сын, как думаешь, скачать ли Обливион? Конечно, качай. Конечно, качай, если ни разу играй, поиграй. Поиграй, потому что до выхода Т6 еще далеко. Сам директор сказал, что вы меня бомбите, это Т6, еще Стартфилд еще не вышел, еще даже тизерок. Хотя Стартфилд, ребята, я лично думаю, что Стартфилд покажет трейлер этим летом. Не знаю, вот прям у меня какая-то чуйка, что просто на Бефезде возьмут и объявят. Хотя должно это что-то быть более масштабное, потому что это какое-то новое РПГ. И у меня вот такое чувство, что, может быть, Стартфилд это еще одна игра, которым Bethesda попробует выпрыгнуть с этого замкнутого кольца только Fallout'а и только древних свитков. Понимаете? Потому что это, в принципе, реально... Ну, давайте так посудим. Древние свитки — это фэнтези. Не знаю, это то, что мне вот нравится больше всего. Вот говорят, там, киберпанк будет очень-очень крутой. Но как-то по сравнению с Ведьмаком... Почему Ведьмак чуть лучше? Мне даже он еще не вышел, а мне все равно чуть лучше. Потому что то фэнтези, то, что будет, точнее, то будущее, как будто, знаете, а это фэнтези. Не знаю, фэнтези как-то ближе. Просто ближе и все, и хотелось бы больше в будущем каких-то фэнтези проектов глобальных. Но, тем не менее, Bethesda, мне кажется, как раз-то Старфилдом, возможно, хочет перепрыгнуть себя и сделать такую глобальную RPG, и в дальнейшем там будет еще следующие части. В принципе, понимаете, это... Они затрагивают космос. Понимаете, весь вселенную, вы вообще представляете? Там уже безграничный... Можно столько миров, столько серий. Если Starfield, конечно, зайдет, то дальше у них там будет намного поколений еще выпускать. Ну, было бы круто, и, в принципе, ждем. Я думаю. Так, ладно, опять я отвлекся от всего этого. Да, ребят, заглянуть под каждый камень нашли. Здрасте, всем привет. Терминал Умаров. Поехали, ребят. Да, и сейчас, ребят, а что ж моя вебка? Вебка заглючила-то, а? Что ж моя вебка заглючила и отглючила. Сейчас, ребят... Достал рассуждать уже. Поехали играть. Поехали играть. Ребятушки, поддержите лайком. Сейчас я себя перезагружу.
Фух. Жесть. Я так выгляжу, как будто я уже стримлю часов 6. Ребят, ну что, напишите, как меня видно, слышно. Настя, привет. КН, спасибо. Ярослав, Глызин, приветик. Ребятушки, пожалуйста, не спамьте, не пишите с большой буквы, не ругайтесь. Фиби, привет. Нормальненько. А, погодите, я же как всегда, когда перезагружаюсь, моя вебка говорит: Ванька, а ты чё такой мутненький? А ну сделай себе немножечко резче и чуть светлее. И вот так вот, и оттенок. Все, ребят, перед стримом не буду больше бегать, потому что я не могу остыть. Это ужасно. Это пипец. Хочется водички. Аластар, киноман. Да, ребята, и последнее, что я забрал все-таки в течение 9 стримов, это мы все-таки собрали все камушки и получили корону Барензи. Теперь нужно быстренько. Давайте все проверять. Настройки, игра. Нет, легенда. Новички, я готовлю секреты, ребят. Очередные секреты. Вот. Так, ну что, погнали. Погнали. Так, я и не затестил сапоги. Ну что, нам нужно выбираться. Не-не-не, так просто я не выйду. Там нужно через верх вот так вот обходить, по-моему. Вот так вот. Это точно помню. А что, ко мне 23? Вообще 24. Вот туда мне нужно наверх, но просто так я туда не попаду. Так что пойдемте. Пойдемте. Наверное, немножечко больше я уйду. Уху-ху-ху-ху. В алхимию. Нужно создать хорошие зелья себе. Я, кстати, набрал довольно много светящихся грибов. Тайны Талары. Разрушение. Отлично, 57. Мне 60 нужно. Вообще-то 25. Алексей, да, на самом-то деле 25. И на короне, если почитать их, я присмотрел 23. 24. 24 всего. Камушка. А, кстати, мы их отдали, да? А, да, действительно. Если так посмотреть, 23. И один как бы отдельно лежит, видите? Слушайте, еще можно продать по 200. Ну, понятно, не по 200, но тем не менее, ясное дело, они не по 200. Вау! Дарки! Спасибо за соточку. Я немножечко подпрыгнул. Лиса, как спасибо. Тебе, Эндерал? Эндерал прикольный проект. Очень прикольно. Но почему-то вечно у меня что-то с ним складывается. Я начинаю и... Слабое лечение. Что-то постоянно не так. Что-то не то. И последний глюк, кстати, который у меня был, связан он все-таки с тем, что Эндерал нужно ставить на диск С. На диск основной системы. И тогда не будут таких проблем. Ой-ой-ой-ой-ой, эбонитовые. Еще поглощают вас за нездоровье. По-моему, у меня такого зачарования нет. Я бы его забрал чисто для того, чтобы разочаровать. Сажа, привет, Дима. Ребятки, Светлана, я за Империю. Ну, кто-то за Империю, кто-то за Братьев Бури. Это уже, знаете, давайте не будем спорить. Это, знаете, это как спорить за религию. Чем она луки наносит на 25? Слушайте, вот тут очень неплохой лут выпал. Луки на 25, поглощает 20 здоровья. Очень. Зелье невидимости. Ой, чувствую, сейчас оно мне пригодится. 200 золота. Черт возьми. Ну, я, по-моему, все не смогу забрать. Потому что у меня, ребятушки, перегруз. Давай что-нибудь я выброшу.
что-нибудь такое, знаете, тяжелое, типа какой-то, наверное, брони, которую я взял, которую я таскаю за собой до сих пор. И, ну, Ваня, вообще-то, вроде как ничего. Вот стальной, вес 5. Выбросить фалмерский, вес 5. Вот уже минус 10 килограмма, но 10 килограмм маловато, потому что эбонитовый очень тяжелый. Дейдрический им по чуть-чуть бьем. И да, ребята, тут будем магом-убийцей. Да. Так, цепной молнии можно было бы... Слушай, это прикольно, можно сейчас подамажить как раз цепной. Но нету стана, нету стана, нету стана. До свидата. Так. Вес 20. Нифига себе, топорик фалмеров 21 килограмм. Вот, и лук еще 15 килограмм. Они тяжеленные. Два эльфийских. Давайте только зачарованные оставим. Они ужасно тяжелые. Блокирование. Тут сразу две книжечки. Прикольно. Ребят, какой у Вани ENB? Raucon R. У меня ENB Special Edition. Ванилочка Special Edition. Ванилочка. Чисто весь клуб творчества, ребят. Никакого ENB. Просто самый крутой ENB — это яркость на среднячок. Не, на самом-то деле, давайте, наверное, признаемся, что, скорее всего, Special Edition стоит какой-то стандартный ENB, потому что все-таки свет другой. Согласимся. Кстати, недавно заметил, что в Special Edition бывает баг, когда этот ENB, видимо, отключается, и вместо желтого этого оттеночка он белый. Чтобы это все исправить, нужно перезапустить игру. Краткая история Морровинда. Так, ладненько, книжечки давайте позабираем. Кстати, прикольную вещь мне недавно прислали в книжке. Ребятки, спасибо за ваши секреты. Вы устали. О великом обвале. Да, возможно, как раз-то из-за этого обвала. Кризис Обливиона. Битва Красной горы. 5 золотых. Ой, смотрите, как прикольненько висит золотое ожерелье, да? Ну, по-моему, оно там всегда висит. Просто разное, наверное. Подлинная Барензия. Давай соль заберем. И я, честно говоря, немножечко побаиваюсь. Бунт. Идти дальше, потому что, по-моему, там еще довольно много осталось фалмеров. И вот, по-моему, гнездышко. Гнездышко. Ваня капризничает. Захар, приветик. Да, вот один второй ходит. Ну что, давайте мы схитрим. Попробуем схитрить. Попробуем. Сейчас я сохранюсь, чтобы по-быстренькому мы получили все, что нам нужно. Нам нужно отсюда свалить. Зелье невидимости. Черт возьми, надо было пособирать, конечно же. Здравствуйте. Очень много светящихся грибов. Я бы, честно говоря, их пособирал бы. А ну, погодите. Погодите, по-моему, мне там как раз-то не хватит. Может быть, мы сделаем, знаете как? Пособираем все эти вкусняшки. В наглую я решил. Это лучник, да? Это лучник. Темно, ничего не видно. И вот так вот. Просто мы так сможем что-то пособирать. Вау! Это было страшненько. Простая крыска напугала. Простая, черт возьми, крыска. Да, они тут еще повылазят. Стоп. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально все? А, нормально все, прекрасно. Черт возьми. Я даже дернулся. От мышки, да? Я сам дернулся, черт возьми. Блин, их тут на самом-то деле намного больше, чем я думал. Так что давай, наверное, мы с этими разберемся. Угу. Я свет включу, потому что все равно им пофиг. И будем их огненной стрелой. Также на дружков вызовем.
Атронахи вообще рассыпаются очень быстро. Давай на ледяного, но на ледяного нам нужен заряд хоть какой-то. Сделаем вот так вот. И огненной стрелой немножечко как раз-то подкачаем все разрушения. Это простой фалмер. Мы его быстренько сейчас... Так. Ваня, прежде всего, думаешь насчет робы черной руки из темного братства, слиты моды. Насчет черной руки. Слушай, я еще хотел посмотреть. Фантом делал модификацию, точнее не делал, а ремонтировал ее. Что-то в этом роде. Черт. Так, это тоже посильнее, по-моему, да? Маночка закончилась. Здешние пески холодные. Но когда ты здесь, Каджиту становится теплее. Ну, ебатор, спасибо. Малышу, на сладости. Спасибо. Спасибочки за 200 рублей. Чем отличается Special Edition от Legendary? Слушай, посмотри, посмотри. Очень много информации можно найти в ютубчике. Я сам делал мелкие изменения. Ну, на самом-то деле, я понял, что очень много мелких разных. Это, знаете, это отдельная игра как бы с отдельным патчем. Отдельным, потому что я там показывал и с Вервольфом немножечко другая разница. И... Так, погоди, чтобы я не забыл. Повышение здоровья давай. Водное дыхание мы продаем. Они исцеление болезни купца. Лечение украденное. Давай, давай, украденные. Такие вот и маночки. Давай ману вот так вот восстановим. И большую не будем восстанавливать. И побьем его еще. Вообще в стан не уходил. Шикарно. Не, ребят, нужно, нужно побаловаться все-таки алхимией и поделать. Он вообще потерялся, по-моему. Поделать зелье на увеличение урона. По-моему, сейчас я буду делать более мощные, и это нужно. Ой, как темно, а. Да будет свет. Вау! Владисулин! Спасибо за 100 рублей! 118 монеток и лунная руда. Привет, Ваня. Когда сплит поставишь? Жарко ведь? Очень жарко. Очень-очень жарко. Ну, жара не всегда будет. Все-таки, знаешь, что за сплит? Кондиционер? Или это какой-то... Ой, смотри, сколько их тут много, а? Или это какой-то вентилятор? Вот, кстати, самая крутая штука, наверное, для меня будет, это купить какой-то бесшумный вентилятор, поставить и пускай дует. Блин, это будет отдельный кайф. Не знаю, он и более безопасный. Вот эта мышка меня напугала. Да, давайте ради интереса посмотрим. В этой пещере очень много. Просто очень много светящихся. 49 штук. Ребятушки, F5, F5. Да, спасибо, сейчас сохранюсь. Послена, побегаем по кладбищам, пособираем, в принципе, в рифте не очень много послена. Это все смешаем и наделаем много, очень много увеличения урона от разрушения. Ух, покажем им всем. Так. Так. Поспи там. Если бы тут была где-то кровать, я бы поспал. А так? Черт, меня призрак заметил, да? Потертый дневник. Светящий гриб. Ушки. Мертвецы. Пойдем дальше. Давайте перекусим. Вот оттуда, по-моему, вылезет. Давай, наверное, сразу себе под подмогу закину. Огненный цепной. Погоди, ледяной. Константин, привет. Кровать была в палатке Фалмера? Точно, черт возьми. Спасибо. Сейчас
Сейчас поспим. Сейчас думаю... Ага, поспим. Там, по-моему... Ух ты, он пошел куда-то. А, он убежал просто. Да, по-моему, он просто убежал. Так, давай сохранись. Сохранюсь. Огненный шар. Не, давай огненная стрела. Ой-ой-ой, их там трое. Понятно, понятно, разбили. Хм, огненного. А ну давай грозового. Ради разнообразия также возьму сейчас посох цепных молний. Ого. По-моему, лучник. По-моему, лучник по мне. Я как-то странно не пойму. Вначале, так знаете, очень слабо, очень мало нанес мне урона. Черт, этот лучник сейчас будет как раз-то сюда идти и через меня, и, скорее всего, начнет меня бить. Да, да, да. Блин. Давай возьмем цепных молний, и во вторую руку как раз-то у меня есть еще... Воу-воу-воу-воу, погоди, погоди. Обратили внимание, что цепные молнии, посох, станет. Да ладно. Показалось, может. Ну, смотрите. Да. Ого. Он стан вводит еще. Я что-то не обращал внимания, что цепные молнии еще у них... Ого. Надо бы, кстати, пробежаться по всем посохам. Посмотреть, по-моему, я не все знаю о посохах. Огнем и молнией. Воу-в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 оу. Давай-ка я сюда спрячусь. Вау, призрак. Я не думал, что ты такой непроходимый. Очень мощный посох, нифига себе. Ух, нифига себе, ребятки. Видите, сколько мне там здоровья. Там 2 хп, наверное. Легендарная сложность выглядит как средняя, Антон. Ну да, все-таки с 50 уровня я немножечко уже прокачанный. И некоторые посохи, вот казалось бы, ничего такого, цепная молния. Но у него уже встроенный стан. А? Секретно... Не-не-не-не, про некоторые снимал, но не про все я помню или знаю. Потому что, я так понимаю, некоторые посохи обладают как раз-то встроенным станом. И тоже интересно, как они, как у них это все. Когда у тебя уже... Не, он мне не вкачан с двух рук. Не, погодите, может быть, как раз из-за того, что у меня в ветке прокачан с двух рук стан. Но это тоже странно, я же стреляю с посоха. Надо будет эту тему поднять. Так, погоди, погоди, тему поднять. Я вот это поговорил, и так с одним хп и остался. Шикарно. Что можно сказать? Так, дух понял, что нужно сваливать. Отвянь. Куда тут идти-то нужно? А, я тут чуть не туда пошел. Ладно, понял. Так какого... Черт возьми. Стреляют меня уже, да? Ладненько.
посох цепной молнии. А кто там снизу стреляет? Тут еще... Черт, маг! Проклятый лич! Спасибо. Жданов, можешь посоветовать моды для некроманта? Жданов? Это на какого-то Жданова спрашивали. Моды на некроманта. Ну, я точно не могу посоветовать. Да что ты сделаешь? Там напряжно. Ой, напряжно. Кота не в ту руку немножечко. Хотя какого? Давай, наверное, возьму как раз-то... Минус один. Ай. Ну, молнию, конечно, более эффективно использовать на несколько врагов. Вот, на этих ребят. Это было бы вообще по красоте, да? Надо поставить, наверное, на быструю кнопочку его. Крохотный. Обычно зарядим. Огненный шар. Откуда, блин, он взялся? Да, фалмеров там намного больше, чем я думал. Намного больше. Ладненько, давай сейчас с ними разберемся более спокойно. Немножечко отойдем назад. Чуточку. Откуда тут взялся этот еще фолмер? Ты что тут делаешь? Нифига себе. А если съесть? Светящий гриб. Какое свойство он даст, а? На время. Наверное, первое, да? Сопротивление электричеству. А ну так, ради интереса. С бриллиантом, разрушение свечи. Ну да, нейтрализует один урон от электричества. Ну, особо не поможет это мне, да? Не трогай Игоря. Какого Игоря? Попробовать пробежать. Мана вообще не восстанавливается. Не-не-не-не-не-не. Без атронахов. Как-то сильно я получил. По лящам. Ладно. Не могу пройти. План Б. Ай-я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 й. Ну, класс. Это, знаешь, как будто в какой-то игре.
Такой раз и вниз падаешь. Дядова, как делишки? Как сынок и жена? Был сегодня на море, водичка класс. Есть все-таки плюсы проживания на море, а то если бы была только жара, то я бы свихнулся. Удачи на стиме, хотя она и так у тебя имперская. Илюха, спасибо, привет. Блин, я тебе завидую, честно. Очень хочется на море, очень хочется на волны. Очень сильно завидую ребятам, которые живут недалеко от моря. Это вообще классно. Вышел. Я вообще понимаю, что когда ты живешь возле моря, это уже не такой кайф. Потому что раз и вышел, раз и море. Уже не так часто ходишь. Оно как бы... Как говорится, ценится, когда далеко. Не, ну с другой стороны, нам тоже классно, потому что у нас, по крайней мере, есть... Так, погодя. А я точно туда бегу. У нас, по крайней мере, есть речка. Мы ходим, купаемся. Водичка вообще кайф. Обалденная. Оп. Оп. И меня никто не видит. О боже, это те самые твари, которых я ненавижу больше всего. Летающие, мать его, корусы. Ужасные тварюки. Ой, извините, я очень быстро убегаю. Очень быстро, очень. Вот тут они вылазят. Просто скоростью света мы убегаем отсюда. Фух, так и надо было сделать сразу. Ой, ребятки, пробежал. Если бы не то зелье невидимости, я бы долго еще там тупил. Беги, Форест. Так. А теперь давай вспоминать, где я вышел. Так, по-моему, все нормально. По-моему, вышел в начальное. Яички корусов. Ух, ух и фолмеры. Да, ребята, самое начало локации. Давайте выспимся. Отлично. Отдохнули, у вас разыгрался аппетит, но то все ерунда, ребятки. Не, все, теперь если в локации будем лезть, то нужно отдельно готовиться, отдельно нужно наделать нормально. Таинственный незнакомец. Знакомая тебя Ава, таинственный незнакомец, привет. Ребятки, всем здрасте, с кем еще не поздоровался, поддержите лайком, удача на 100. Сейчас завершаем квест, относим и переходим в особый режим. Да, попробую я тут поиграть за мага-ассасина, скрытого мага-ассасина. Посмотрим, как оно получится. Также нужно будет сделать зелье на разрушение. Фу, Gold Star. Привет, Дмитрий Конев. Наш каджитик до сих пор тут стоит. Там бандиты охотятся на... То, по-моему, орки, да? Орки-охотники. Они только бегают в железной броне. Майк любит народ Скайрима. Они рассказывают друг другу столько интересного. Вау! Когда ему захочется. Ссылка. Спасибо за 150 рублей, я посмотрю. Привет из Тюмени, Иван. Это мой первый в жизни донат. У нас не тепло, дождик. Везет тебе, скоро секреты. И да, привет моему другу, Чразе. Чразе, привет. Спасибочки. Ссылочку посмотрю, что там.
Спасибо. Спасибо за первый донат. Везет. Ты знаешь, обычно вот дождик, мне кажется, это идеальная погода. Я не знаю, жара это классно, когда там неделя жара. Ну, когда 2-3, а это уже не классно. Признаюсь честно, душно. Сынок просто очень не любит жару. Он плохо спит, он ночью встает, ему что-то снится. И, честно говоря, мы сейчас все плохо спим. Потому что Ванюшка просыпается, у нас довольно жарко, может, душно. Но вот мы обратили внимание, как жарко стало, и сынулька стал хуже спать. Уже заказали ему кроватку, уже заказали ему нормальный ортопедический матрас, где каждая пружинка в отдельном стаканчике покет. В течение недели-двух приедет. Вот. 90 на метр 90, большую односпальную кроватку. Будет ему просторно, потому что он всегда спит на всю кровать. Он маленький босс у нас. Он, когда приходит к нам, сразу кто-то уходит на диван. Потому что на нашей двуспальной кровати с Ванечкой спать тесно. Потому что он не лежит нормально, он лежит вот так вот, горизонтально сразу ложится. Блин. И вообще он крутится, наверное, в течение ночи, как часы против часовой или по часовой. И... Ой, сынулька. А бывает так, что мы на утро просыпаемся, смотрим, а он спит с нами. Когда? Что? Мистер Бразер, Блазер, привет. Трансляция в рекомендациях. Йоко, добро пожаловать. Это ж, по-моему, тут много послена, ребят. Давайте заодно его пособираем. Не туда бегу. Ни туда, ни туда. Не пойми меня превратно, но выглядишь ты... Вань, поставь мод Реквием. Да, можно будет попробовать. Я говорил, что Special Edition попробую. Вроде как сделали. Школу восстановления. Скайриму нужны целители, как никогда. Надеюсь, меня не бомбанет, как в прошлый раз. Послен. Послен. Послен, послен, послен. Да, послен растет везде, где... Смерть. Кладбище. И я вот, честно говоря, не помню, где еще послен растет. Ладно. Вайтран. Не, ну можно побегать. Вокруг еще. Напарник Лидия. Опять без тебя бегаю. Ну ты же знаешь, что я псих-одиночка. Сейчас играю в Fallout 4 за пистолетчика. Я даже там псину не беру с собой, потому что в скрытности прохожу. Она постоянно все равно раскрывает. Бриньольф, да? Ну что, друзья? Он тебя подобрал на улице и засунул в самое перо. Да ладно вам, жалко. Пирог. Вещи правда очень нужна. У меня есть для тебя работенка, если духу хватит. Корона Барензи у меня. Я знала, что у тебя получится. В конце концов, найти камни было непросто. Ладно, я всегда держу слово. Так что вот твоя награда. Смотри, все не прокути. Эх, я бы прокутила. Сколько она мне даст? Воровская удача, корона Барензи. Корона Барензи удалена и... Самое интересное, она говорит, как будто мне какую-то сумму денег дает, знаете, сразу все не прогуляю. Как я могу прогулять воровскую удачу? Все. И эта воровская удача, главное, в активных талант эффектах не отображается. То есть она один раз показывается и все. Вай, возьми задание, чтобы мы могли славно заработать. И все. Я хочу знать, что... Вань, Фолкрите много послена. Кстати, да. Ну вот быстрого транспорта туда как бы. Нету, 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 нету.
Давайте посмотрим, что у нас есть. У меня осталось 5 очков способностей. Алхимия, по-моему, у меня дальше не нужно. Это разве что только в мощь вкидывать в алхимика. Только в него. И давайте создадим как раз-то начальное зелье. Повышение навыка разрушения. 7 посленой, 67. Заклинание разрушения сильнее на 42%. Слушайте, но это неплохо. Притом мы его будем улучшать. На 42% неплохо. Лиле, привет, как настроение? Отличное. Шикарное. Водного дыхания. Я сказал, что я об этом думаю. Да-да, пожалуйста. Думаю, если Бринильф об этом прознает, то вышибет тебя под зад коленкой. Так что кончай дурить. Тебе что, заняться нечем, кроме как меня дергать? Вот она, ребят, вот. И тут вот-вот можно даже посчитать. Тебе что, заняться нечем, 20... кроме как меня дергать? 5, да не дергаю тебя, отвали. 25 камней. 25. Надеюсь, по делу. Я очень занят. 25. Наконец-то, Алекс, наконец-то. Что, заняться нечем, ну вот, 25, да, да. Потому что мы все, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25 что, центре. Заняться нечем, кроме как меня дергать. И раньше, видимо, корону нужно было активировать. Скорее всего, изначально планировался... Надеюсь, ты по делу, я очень занят. Талант, который давался бы, ну, может быть, знаете, как на 8 часов, но потом все-таки подумали, что... Тебе что, заняться нечем, кроме как меня дергать? Потому что она не активируется, нельзя активировать, видите, активировать написано. Да. Тебе что, заняться нечем, кроме... Я хочу знать, почему ты до сих пор мелешь тут языком, вместо того, чтобы дело делать. Дам тебе совет. Хорошо. Никаких новых диалогов по поводу короны, дайдрические стрелы, 20 монет. Тут, конечно, неплохо. Так, стрел для лучника, да, 6 монеток, мед. Пойдемте продадим вещи. Кое-какие. Задолбал. Да, ну да. Мерсер. Ну, у него просто срабатывает скрипт, когда ты возле него стоишь. Так, где наша... Так это ты, протеже Бринильфа, да? Добро пожаловать в нашу милость. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Блин, у него, конечно, оружие. Офигеть. Дейдрическое уже давным-давно. Эбонитовое. Так. У него 1000. Чтобы поднять, конечно же, нужно проходить задание. Давай с одеждой попродаем. Что мы можем продать, кстати... Погодите. До встречи. Чтобы что-то продавать, надо сначала посмотреть, что я могу снять. Угу. Да, зачарование нужно снять. Погодите, а в гильдии вообще стол зачарователя есть или нету? По-моему, нету, да? Я что-то не припомню. Да, ближайший стол зачарователя, по-моему... В замке. Не стало. Да. Блин, плохо. Ладненько, погнали. Снимем зачар. Посмотрим. Так, ну что, ребят, я планирую теперь попродавать шмот. Сделать еще зелье. Чуточек. Посмотрим, может тут еще по краю послен где-то растет. Вау, Жека, спасибо. Рифтон находится для сынка. Удачного так, стрима. Спасибо. Блин, еще ночь. Если соберешься на север, держись подальше от щелки. И знаете, что я хочу пройти в первую очередь, потому что мне так неприятно было, когда тут квест заглючило.
Ладненько, давайте поспим. У нас с тобой никаких дел нет. Приходить. Хотя нет, давайте поспим в Айтране. Добро пожаловать в пчелу и жало, господин. Я вот думаю, как вы думаете, пошли она больше в Айтране или в Солитьюде? Я знаю, в Айтране есть возле зала мертвых. Так это ты тут иллюзии наводишь? Ну и в Солитьюде там есть возле зала мертвых. Фолкрите, Солитьюд. Все в порядке? Как Хускарл Ярла Лайлы, я прошу держаться от нее на почтительном расстоянии. Я помню, что в Солитьюде его, в принципе, достаточно. Как ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид. А я что, заболел? Да, здоровье ужаса. Существовали люди урочно... Да. Капюшон новичка, я его уже не ношу. Давай, наверное, я сниму, пускай будет зачарование. Лучника тоже снимаем. Борца, пускай будет, сапоги, пускай будут. Самое главное, чтобы нас не арестовали, иначе заберут мои сапоги. Заберут. У нас была назначена встреча. Кому-то вправду интересно, что я делаю? Поразительно. Тогда позволь, я тебе объясню. Мои опыты связаны с привнесением магического конструкта реагента, позволяющего ему поддерживать постоянное поле гармонизирующей энергии. Что дает корона? Вот сейчас мы отправимся в путешествие и... Посмотришь. Ни слова не понимаю. Это не обязательно, потому что это полный бред. Ничего не получится. Воровскую удачу. Нет. Бла-бла-бла. Мне надо обратить процесс вспять. Таинственный незнакомец. Впитать гармонизирующую энергию в реагент... И применить с надлежащим заклинанием. И чем я думала? Оно же и не могло так сработать. Что, трудно было сразу сказать? Не знаю, 7? 7. Поразительно. Мне это в голову не приходило. Конечно, на просчет дифференциалов уйдут месяцы или годы, но это же научный переворот. Постой. Я вижу небольшую проблему в твоей теории. Как можно предотвратить сжигание магии без сифона душ? Элементарно, 9. Конечно. 9 – это основа всех магических принципов. Как я сглупила. Это полностью решает все наши проблемы со сжиганием магии, многомерным коллапсом и термическим смещением. Подумаешь. Отлично. Теперь бы мне только вспомнить, с чего мы начали этот разговор. Да, мне бы помощь не помешала. Взять помощника? Нет. Завести собаку? Явно не поможет. Да и грязи слишком много. Ладно. Так или иначе, организованность не самая сильная моя сторона. Кстати, если ты мне добудешь кое-какие вещи, я смогла бы начать следующую серию опытов. Чему помочь? Нетрудно догадаться, что я частенько забываю вещи. Оставляю, где попало. Давно пора бы научиться не разбрасывать свои вещи. Сейчас мне нужны моя двемерская ложка-мешалка, мой слиток орехалка и мой великий камень душ. Сейчас это значит немедленно. Скорее принеси мне эти предметы, и я с радостью поставлю опыты на тебе. Нет, не совсем так. Я с радостью вознагражу тебя. Опыты на мне. Отлично. Жду не дождусь. Так... Почему ты все еще здесь? А, правильно. Тебе нужно знать, где искать. Это будет полезно. Так, ну и куда будет? Нет, это дополнительное задание, мы оставим на потом. Так, сняли зачарование и погнали. Я, честно говоря, думал, что может быть что-нибудь удастся купить, но, увы. Увы. Ярослав, Векшин, все хорошо. Что это за прохождение? Ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Лезвие такое тупое, что и масло не разрежет. Нет. Я могу... Ну, куда едем? Солитьюд. Залезай в повозку и отчаливай. Солитьюд – большой портовый город. Солитьюд, ребят. Моряков полно. Чё за квест? Сейчас, ребятки, увидите. Чё за квест?
большой, сложный, офигенный. И, мне кажется, тяжелый. Даже, по-моему, с первых уровней он довольно тяжелый. Потому что наши дорогие фалмеры. Тут давайте поспим. Потому что опять же ночь. Вау! Просто бог! Просто бог. Подумаешь, просто бог. Спасибо. Внимание, анекдот. Драконорожденный вступает в гильдию. Глава гильдии, я для тебя. Что шутка. Привет из дождливого Екатеринбурга. Добро пожаловать в смеющуюся крысу, друг. Наверное, для меня туго доходит. А вот когда ты сказал дождливый Екатеринбург, сразу я представил себе этот кайф, эти дождики. У нас вот реально неделю дождей, дней 10, наверное, было дождей. Мы такие, блин, сейчас бы жара. А вот жара настала, мы такие, блин, сейчас бы дождь. Все должно быть в меру. Спасибо тебе. Комнату. Хорошо. Она твоя, на? Я покажу тебе твою комнату. Мне нравится сюда делать луки. Захочешь, сложно. Хотелось бы, конечно, там побывать. Но хорошая стрела разит. В Москве я был на заработок. Но, тем не менее, у меня был там один выходной. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Очень многие украинцы ездили в Москву на заработки. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Потому что без образования, то даже с образованием, то, что там минимальное возможно, получают. Ну, в принципе, я там даже не минимально получал, когда девушки уже научился делать. Юда похожа на этот город. Но все равно. Грозные с виду, но нежные. Так, ароматы оранжела. Давайте быстренько забежим, посмотрим, что и как. Кто-то есть? Дома. Только зелье купца. Зелье лечения. Кстати, давай посмотрим, мы там ничем не заболели? Не, ничем. Светящая пыль. Рыбы-убийцы. Ура, Ваня вор. Не надо. Я просто убийца. Пытаюсь им стать. Так, ладненько, давайте сейчас послёна раздобудем. Потому что мне... Вот, смотрите, даже тут уже растет, прямо на базарчике послён. Странно. Согрейся. Выпей вина со смесью. И огромный, да, такой? Кто-то говорит, что барду всегда не хватает практики. Хочешь посмотреть? Так. Вот здесь, о, по-моему, господи, должен быть. Ты вправе распоряжаться своим временем. Но как же те, что так от тебя... Здешние пески, вау, холодные. Дамир, но спасибо. Но когда ты здесь, Каджиту становится теплее. Спасибо за 200 рублей. Привет из Казани. Эх, скорее бы 6 свитки. Привет, Изюма. Сначала поиграем в Старфилд. А потом уже... Блин, не, на самом-то деле, вот ты напомнил за Т6. И я вот серьезно думал, что... Т6 выпустят к выходу PlayStation 5. А нетушки, придется подождать еще парочку лет. Это, наверное, в лучшем случае. В лучшем. Спасибо большое. Спасибо. Я, по-моему, пособирал тут посленчик, да? Ребят. Ну, мы должны пройти этот квест. Пусто. Мы просто обязаны пройти этот квестик, да? Да. Давайте. Прошу, смилуйтесь над старым безумцем. Вот тебе монетка. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Да укроет тебя тень. Конечно. И? Что тебе нужно? Мой господин покинул меня, покинул своих людей, и он остается глух ко всем моим словам. Теперь он даже не хочет меня видеть. Говорит, я мешаю ему отдыхать. Так много лет прошло. Ты поможешь нам?
Но «Безумный ум» — это не тот квест, который я планировал сейчас. Просто это мне очень сильно поможет. Очень. Где мне искать твоего господина? Когда я видел его в последний раз, он отправился навестить друга в Синем дворце. Но Ярл слишком пресный человек для него. Нет, к нему бы он не пошел. Он направился в запретное крыло дворца, чтобы поговорить со старым другом. Сказал, что они не пили вместе чаю уже пару сотен лет. Ах да, тебе понадобится бедренная кость. Она очень важна. Без нее в крыло Пелагии не войти. Почему ты не покинешь своего господина? Ты не понимаешь. Без него я не свободен. Без него я обречен. Вся его империя погрузится в хаос. До встречи. Всем сыра! Да. Давайте, пока мы здесь, быстренько. Пока мы не начали «Безумный ум», мы одним глазочком пробежимся и посмотрим. А интересно, воровская удача влияет на лут с бочек? Так, погоди, это не тут. Блин, я уже забыл, где тайники в Солитьюде. Серьезно? Эх, Ванька. Ну ты даешь. Нет. Так, дайте-ка я вспомню. Ну там я помню. А здесь? Реально помню только одну. Да ладно. Что-то не так? Где-то наверху. Ух, вот зараза, забыл. Слушай, соль давай заберу. Забыл. Вот помню, вот здесь одна была. Слушайте, а зачем я тут бегаю в таверну, если у меня есть поместье? А затем, чтобы не 5% было, да, а 10%. Тут, по-моему, еще есть тайничок прикольный. Так. Интересно, хилки будут большие на 50 уровне? А средняя, да? И стрела несколько. Эльфийские. Хм. Бочки, по-моему, тут чуть позже появляются. Да. Думаю, что не найду. Две коленки болят. Когда две коленки болят, это не очень хорошо. Прострелили. Так. А, привет. Я тут убираюсь. Мне нужно попасть в крыло Пелагия. Ох, устроят мне из-за тебя выговор. Туда же ходить запрещено. Ну и там жуть как страшно вообще. Фолк просил меня проверить. Ну, тогда, наверное, тебя можно пустить. Угу. Но только ненадолго. Береги себя и возвращайся скорее. Пока ты здесь, постарайся не навлечь на себя неприятности. Пойдем. Есть дискорд-канал? Есть, но он тайный. Тайный, секретный. Секретно-тайный. Виталий резко разделся. Еще чаю, дорогой мой Пелли. О, я не могу. Он проходит прямо насквозь.
Кроме того, у меня столько дел. Так много нежелательных личностей, с которыми надо разбираться. Скептики, шуты, недоброжелатели. Ужас. Мой палач не спит третьи сутки. Ты слишком суров к себе, мой дорогой, милый, убийственно безумный Пелагий. Что бы люди делали без тебя? Танцевали? Пели? Улыбались? Старели? Ты лучший из всех септимов, что когда-либо сидели на троне. Ну, не считая этого Мартина, но он взял и обернулся драконом, а это не спортивно. Знаешь, я видел все это омерзительное дельце. Отличные времена! Бабочки, кровь, лис, отрубленная голова! Ха-ха. Ах да, и еще сыр! Умереть можно. Да, да, ты уже говорил, уже сколько раз. Ну что ж, если будешь вести себя так, возможно, мне лучше удалиться. Хорошего дня, сир. Хорошего дня, говорю! Да, да, иди. Оставь меня с моими бесконечными обязанностями и заботами. Вы же в курсе, что я только в этом году прошел Обливион сюжетку и только сейчас понимаю, обернулся в дракона? Как же это не спортивно? Только сейчас я понимаю, да, это ж он сюжет The Elder Scrolls 4 Oblivion. Тот самый, после которого я расстроился, мать его, за ногу. Можешь, пожалуйста, объяснить, как установить русификатор на мод? Ребятушки, по поводу модов ко мне не обращайтесь. Я делаю так. Зашел, клик установить. Не понравился, клик удалил. Все. Привет с Башкирии. Так, ладно, давай говори. Какая грубость! Гайминг ТВ. Я специально тебе доначил по несколько причинам. Один, меня грибанные мудеры забанили. Два, ты капец игноришь. Три, теперь я буду в каждом твоем стриме дизлайк лепить за неадекватных мудеров. Я просто написал «не игноришь ты», ничего не сказал и несколько раз написал «ты не игноришь», а теперь понял, как ты зажрался. И скажи своим мудерам, пусть идите нах. Ну не ругайся. Простите, не на все сообщения я могу отвечать. Не бомби, не бомби. Ребята понимают, что если я сейчас залезу в чат и буду отвечать, и все будут обижаться на тех, которые я не смогу ответить, то это будет глупо. Я просто не смогу поиграть. Будет разговорный стрим. Вот-вот-вот. Я планирую вообще на завтра. Может быть, на послезавтра. Сделаю. И можешь задать вопрос, я буду максимально все смотреть. Так что не бомби. Хорошо? Спасибо. Удачи тебе. Счастья. Не бомби. Блин, ребят. Так хочется попить. Вы не представляете. Дадите мне 30 секунд. Ага. Сейчас. Все, ребят, я вернулся. Ну что, давайте быстренько получим. Какая грубость! Неужто трудно приютить старого друга лет на... Обалдеть! Ой-ой! Что за послание? Серенада? Вызов на дуэль? Ну? То есть... Давайте, ладно, быстренько серьезно. Пройдем.
Угу. Постой! Может, Молок? Нет-нет, Малыш Тим. Гаминг ТВ. Прости, не буду бомбить, можешь сказать мадерам, что раба не ли я просто твое видео обожаю смотреть, все гайды Скайрима прохожу, смотря твои видео почти ешь и раз, просто обидно было. Но перейдем. Разбаним, обязательно разбаним. Спасибо, ты что понял. Мелкая, ничтожная, смертная, но ведь это просто безумие. Безумие. Ты же врешь. На самом деле знаешь... В каком-то смысле. Я часть тебя, крошка-букашка. Тень в твоем подсознании. Прыщик на твоей хрупкой психике. Ты меня знаешь. Про... Шоугура... Ну? Да. И? Ты ну, сперва найдешь... Элементарно. 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 Баба Джек! А? А? Застал тебя врасплох, да? Какая грубость! Так, ребят, честно говоря, я сегодня не планировал выбор. Ну, для меня. Получить оба джек, просто что здесь вспомнил. Когда все они гоняются за мы тобой. Сегодня начнем другой большой глобальный квест. Так что давайте по-быстреньку. Кар один, спасибо. Привет, Потофи. Нашел баг. Когда проходил сюжет за лорда вампира, так получилось, что я превратился в лорда на колчане стрел с умершего игрока. И получилось, что я был одновременно нордом и лордом. Играть стало жутко неудобно. Начал за нового перса, так как не разбаговывается ни в какую. Про колчан стрел это не точно. Но я предполагаю, что это так. Спасибо. Спасибо, что поделился. Очень рано усвоил, что... Ой-ой-ой-ой-ой, по поводу... А я в следующем видео расскажу... Ребят, через... к вам вопрос. Угодно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете? Я думал, ты никогда не догадаешься. К несчастью для тебя, Пелагий с детства он просто меня перекрикивает. Кошмарами. Сейчас разберемся. Когда угроза исчезнет... Пелагием завладеет иллюзия. Как вы думаете, вам простой вопрос. Значит, ты ему поможешь. Какого так. Трелла? И мы будем гораздо ближе к цели. Можно поднять, чтобы все, он что нужно сделать, превращался найти, в вервольфа и помогал тебе. Ребят, увидишь, кто ответит, кто в курсе? У кого какие предположения? Но ненадолго. Мертвый Трелл, вы поднимаете время, сначала человек. И когда он вам помогает, дерется, превращается в вервольфа. Есть какие-то мысли? Да? Синдинг, нет. Не стоило сюда. Не-не-не-не-не. Его нельзя в трейл забрать. Проверял. Эйла? Нет. Нет-нет-нет, Эйла не превращается. Котлок? Нет, конечно, ты чё? Эй! Котлок в трейлы? Ого, это разве что консолью какой-то? Да? Откуда? Скиор? Ты? Маленькая подсказка, что? Из соратников есть никто. Чего радоваться? Пока Пелагий... Из соратников никого не возьмете в трейлы, кто будет превращаться в вервольфа. Совсем скоро будет дома. Не-не-не, я их проверял. Ну-ну-ну, еще какие-то. Медведя-оборотни? Нет-нет-нет, именно оборотень. Лидия? Серьезно? Она же не оборотень. О, это грустно. Охотники Солстейма? Пелагий боялся и ненавидел столько всего. Нет-нет-нет. Убийц, диких собак, нежить, черный хлеб. Но больше и яростнее всего. Так, успокаиваем. Тут можно во всех деталях увидеть, как он себя грызет. Он всегда бьет по самым Синдин. Слабым. Не-не-не. Синдинг нет, он в трейлы. Самоунижение усиливает гнев Пелаги. Умри, что? Но его уверенность будет съеживаться с каждым ударом. Тебе следует привести эту пару к равновесию. Темно-братство муж нет. Отлично проделано.
Пелагий наконец-то готов полюбить себя, не прекратив ненавидеть всех остальных. Не, ребят, случайная встреча. Вот этот вот... помните, я показывал парнишку, который... Нет. Крестьянин. Который потом превращается в вервольфа. Он не поддается. Ребят, покажу в следующем видео. Офигеете. Просто офигеете. Нет, ну обязательно надо прийти и отв... Готово. На это не... Так что... Я могу и перед... Ну, хоть прыть внутрь... Ой, это что, твой... Пелагий Септим Третий, бывший безумный пират... Ой, по-моему, музычка заглючила, да, боевая? Я всегда знал, что он и это может. А этот Рел бессмертный? Нет. Ну, я думаю, пора на дрожащие острова. Он встречает... На крестьяне я проверял, ребят. Какие беды может навлечь на себя Хаскил в мое отсутствие? Крестьянин, который я вот показывал, тоже обалдел. Одежда? Есть. Борода? Есть. Багаж? Багаж? Челик в тюрьме? Не-не-не, это ж тут... Хозяин, ты призвал меня назад. Значит, мы направляемся домой? О, счастливые времена. Жду не дождусь. Не, ребятки, давайте больше не буду подсказывать. Скоро видео там покажу. Очень интересно будет. Кстати, может, подскажу по поводу... Давайте быстрее еду наберем. Оставить себе в Абаджека как знак моей... да просто забери эту гадость. Гадость. А теперь бывай. И если как-нибудь забредешь в Нью-Шеут, загляни на огонек. Угощу тебя клубничным тортом. Та-дам! Быстренько, ребят, простите, что быстренько так прошел, потому что я не планировал пройти, я чисто за счет плюшечки, конечно, в Баджек, как с ним не побегать. И что? Перегруз? Да ладно. Черт возьми, да. А ну погодите, дай-ка я одену все вещи обратно. Портфельчик. Вот, все вещи. Это далеко не все вещи. White Run. Не, ребятки, все, больше не буду подсказывать. Давайте сохраним интригу и расскажу видео. Я сам, честно говоря, обалдел. Я давно искал как раз такого трейла, который мог бы превращаться и... Но, не, нет. Не находил. И вот. Наконец-то. Так, давай-ка быстренько сейчас... Что мы сделаем? Мы оденем сапоги нашего мага, перчатки, разрушение изменения, кольцо, да лишние вещи продавать, лишние обручи, заклинание разрушения, ожерелье на 8, там мне есть колечко, и в принципе пока тут все. Я знаю много. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Сартала, Красной горы, простые вещи, которые нам подарили. Сапоги Вабаджек. Ух, будем баловаться, ребятки. Ух, будем баловаться. Так, давай колечко. Слушайте, ну, по-моему, вот этот на 8% можно продать, потому что мне оно как бы не нужно уже. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Огненный трейл, захват, исцеляющие руки, каменная плоть, ледяной шип, магический свет, малый оберег, одобрение. Хватит петь, Вань. Береги себя и всегда помни, в мире полно людей, готовых пролить. Как-то послёна тут вообще, вообще мало, да? Спасибо, Настя. Спасибо, ребят, за лайки. Спасибочки. Тут темно. Ну что, погнали? Погнали, ребят. Мы сегодня должны начать этот квест. Этот квест, ребятки, в прошлом глобальном моем прохождении заглючил.
Притом так заглючил, что даже консолью не смог его подчинить. Какого черта вообще? Так что сейчас мы его пройдем. Сразу. Слушайте, послена тут вообще как-то мало. А теперь давайте подумаем. Возможно, я и кажусь лихим, но как по мне... В Маркарте послена много? Или нет? В Skyrim VR не играл. Очень хочу. Femi TV. Туманный кот, привет. Ты про того парня с выпивкой, Валентина? Вот растяпа. Что за квест с посленом? Я сказал квест с посленом? Ладно, пускай будет с посленом. Нет, послен мне нужно, чтобы наделать зелье. Ну, куда едем? Дай-ка подумать. Вау! Карась, спасибо за 100 рублей. И супер сладкий рулет собран. Привет, спасибо. А ты знаешь, что если убить имперцев или братьев бури в самом начале, вкладывая раньше, чем Ролов или Хадвар придут, то они, Ролов и Хадвар, скажут уникальную фразу. Раньше? Погоди, это когда в самом начале? Слушай, никогда не задумался об этом. Надо бы проверить. Спасибо. Спасибочки. Да, ребят, сейчас вот это исследую Skyrim по этим разным фразочкам. Очень много ребята подсказали. Все равно прикольно, знаете. Ты вроде как проходил этот квест, но даже вот в самом первом квесте есть такие нюансы, которые я не знал, что можно к тому-то побежать. Ну, кто-то рассказать, Маркарт. Залезай в повозку и отчаливаем. Да, погнали, Маркарт. Стоять, старушка! Доктор Дисреспект, здорово. Маловато будет, таинственный знакомец. Маловато. Так, ну что, музычка не заглючила? Да нет, мы, по-моему, были уже, да? А что мне делать? Из дому не выходить? Ты этого хочешь, Индон? Ты закрываешь лавку и точка. Хочешь, чтобы я сдалась? Из страха? Этому мы будем учить свою дочь. Мама, почему вы с папой ссоритесь? Эй, мы не ссоримся, мы просто... Свежего мяса давай не хоть? Просто спорим. У таких, как я, много врагов. Нет, я не... Да немного того, немного сего. Так, ВБ-джек, кинжал, топор, грозовой, огненного. Огненного давайте продадим. Цепной молнии, классный посох. Хочу его ставить, наверное. Две стрелы продадим. Давай пробежимся все-таки по одежде. Что можно продать? Можно продать ожерелье, мы еще найдем. Можно с бриллиантом стоимость. И, в принципе, все, денежек. Блин, основная проблема это... Возвращайся, если что-то понадобится. Сплавить все. Угу. Я переплатил, Ибрагим, чтобы получить привет. Самую Ценулька. Большую Ценулька. Комнату все хорошо. В таверне «Серебряная кровь». Все хорошо, не болеем. Мне нужно много места, чтобы подтягиваться. Почему люди в этом городе не оставят меня в покое? Послен. Где тут может расти послен? Алекс Кот, привет. Тарелкой продавать. Хорошо. У меня есть... Погляди. Погляди. Сейчас погляжу. Продай-ка, бабулька, мне послена. Одна штучка. Светящий гриб. Как-то не фонтан. Вообще не фонтан. Вообще ерунда какая-то. Зелье, давай водного дыхания. Блин, у меня самые дорогущие остались. По 1000... По 900. Повышение здоровья можно попродавать.
Хотя, может быть, они мне помогут. Блин, 7 повышения навыка разрушения, ну это очень мало. Это пипец, надо хотя бы, ну блин, ну хотя бы 20 сделать. Регенерация здоровья давайте продадим. Только не все. Просто какой-то пипец. Послен в Рифтоне. В Рифтоне. Да, в Рифтоне мы же пособирали уже его. Пособирали. Так просто думаю, где мне... Вне города он в основном растет, знаете, бывают такие вот одинокие могилки, там где некроманты, там где тебя могут легко поджарить. Очень быстро. Так, дай-ка посмотрю, что у нее. У нее зелевонина, зейна... Невидимости 1500 стоит. Ух, какое дорогущее. А, ну ладненько, давай купим. Почему? Да потому что мы сейчас столкнем ей как раз-то еще одну невидимости. Ух, Ванька, Ванька. Докачал бы ты себе, купил уже магию невидимости. И не знал бы горя. Серьезно, просто не знал бы горя. Так, 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 красноречие немножечко качается, неплохо, регенерация, раз, два, три, и, в принципе, все зелья, эта трава не особо. Ты только скажи, если нужно будет тебя полечить, или еще что-нибудь. Хорошо, бабулечка, слушай, у меня 4 штуки, раз, два, три, 4, алхимия 39, шикарно. Регенерация. Давай посмотрим, что еще есть. Тяжелое здоровье, регенерации, сопротивление магии, уязвимость холоду. Да что ты сделаешь, а? Еще, кстати, икра у меня осталась. Дофига икры, честно говоря. Давай икра. А морского желудя нету, да? Да-да-да-да-да-да-да. Водное дыхание, регенерация маны, восстановление запас сил. Еще. Восстановление запас сил. Ну что, давайте поделаем какие-то другие. Слушайте, ну тратить так бездумно лососевую икру, прям рука не поднимается, лучше ее на хлеб. Работа в магазине требует стольких знаний. И скушать. Просто на хлеб и скушать. Синяя бабочка и синий горносвет. Синяя бабочка, синий горносвет. Сейчас дай проверю. Тетя, подвинься. А у меня нету. Хотя нет. Крыло синей бабочки. Фу. Вань, послен в Фолкрите. Не голубой горносвет? Порождение регенерации магии. Открыли свойства. Александр, яшный, как настрой, шикарный. Это вообще Скайрим? Да. Купил бы Фолкрите дом и вырастил бы быстрее, чем так искать. Угу. Быстрее, ты уверен в режиме выживания? Быстрее, он же там вырастает раз в 10 дней. Тут я так просто перемотать время, ну как-то не только очень. Попробуй нарушить закон в Маркарте. Отправишься прямиком в шахту Сидна. Знаете, где я не проверил? А ну-ка, подождите. Давайте зайдем в зал мертвых. Может, он прям внутри будет там расти, а? Нет?
Нет, нет. Дай проверю. А что за ерунда? Че, у меня факел отключился-то? Не, Вань, где-где? Внутри точно не будет. Может быть, с той стороны? Не, он только растет 100%. Он только растет. Чистый воздух нужен. Кристально чистый. Да, солнышко нужно. Точнее, солнышко, а не воздух. Да и тут не будет. Блин. Демоус. Приветик. Спасибо. Как настроение? Черканишь в стиме. Удачных. Эй, так ты умеешь варить зелье, да? Постараюсь не забыть. Спасибочки. Спасибо. Ты знаешь пару заклинаний. Мне что, в ладоши похлопать? Или в обморок? Ну, можешь похлопать. Можешь. Ты что-нибудь знаешь об этом доме? Нет, что ничего. Все равно спасибо. Ничего. Ничего не знаю. Ничего не слышал. Ничего не видел. Я работаю с серебром, как мой отец. И его отец тоже. Да. Как ни крути, придется сегодня немножечко побегать, ребят. Подготовиться. Давайте, наверное, я буду немножечко уже на следующих стримах готовиться. Потому что в режиме выживания, без готовки. Само собой. Ну, куда едем? Фолкрит. Ребят. Фолкрит. Залезай в повозку и отчаливай. Почему я туда не хотел отправляться? Эх, солнышко-то пригревает. Потому что оттуда нет транспорта, черт возьми. Ты из коллеги. Приходилось о тебе слышать. Все в порядке? Все нормально. Все отлично. Только помутнение в глазах. Легкое. Да, здесь кладбище, огромное кладбище. И по идее, послен раз. Когда-то бог Аркей был таким же, как мы. Послен был два. Связан смертной долей. Но он добровольно отказался от такого существования, чтобы мы могли лучше понять превратности жизни и смерти. Приливы и отливы этой великой послен волны три. Помогут нам обрести обновление и в конце концов покой. Да познает дух Лавинии и всех тех, да ладно, кто покинул сей скорбный мир, желанный покой. Три послена это много. И да будет дано нам однажды. А нет, вот четыре. Пять. Уже чуть получше. Шесть. Семь. Ой, шикарно, ребят. Отлично. По-моему, этого должно хватить. Тут еще восемь. Тут еще девять. Вот, вот, да. Тут его куда больше. Блин, плохо, что еще темно. Давайте поспим. Зайдем еще к местной алхимичке. Магазин алхимии. И все. На этом хватит. Так, стоп, стоп. Там сейчас закрыто. А что-то не нравится, рюкзачок. Иксмайл. Здесь ее любят все. Кроме того, это одна. По-моему, он шикарно смотрится. Шарлок, добро пожаловать. Хорошо, она твоя, Надя. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Услышишь какие-нибудь интересные сплетни в гор. Плюс же вас никто, кому не нравится, тут просто не девает и не приобретает это все. Мне нравится. Дай мне знать, если тебе еще жил, что-нибудь. Да, был Рагнар рыжий героем. Как-то раз он байтрам ненадолго. Прибыл. Крепкая выпивка согревает. Никакой мороз не страшен. Так, ну что, ребят. Интересно, наша лошадка там будет ждать в начале города? Вань, вот ранее, возле зала мертвых. Вот, наверное, по пути мы сейчас забежим туда еще. Пусть тебя не от... Погляди.
Давай, пожалуйста, послен. Что там еще ребята писали? Пчелиное гнездо, да? И... послен. Почему по одному продает? Сврекалаетесь. Эктоплазма. Повышение магии, урон здоровью. Нет, по-моему, не эктоплазма. По-моему, вот это вот дымка, да? Живица Спригана. Не уверен. Нет, по-моему. По-моему, да живица Спригана не подходит. Погляди. Простите, тетя. Погоди. Если ингредиенты. Я так сейчас быстренько проверю. Так. Ну, гнездо точно. Послен. Жир тролля. Нет. А, это кузнечное дело. Простите, не то. Чуть-чуть не то. Так, разрушение. Еще 10 делаем. 42. Ух, алхимия 40. Слушайте, по-моему... Опа-па! Если все-таки иду по алхимии, давайте улучшать алхимию, а? За кого играешь? Маг. Разрушение. Скрытый ассасин. Пока очень слабенький, но буду пытаться. Да, лошадка тут шикарно. Давайте сейчас быстренько вайтраны. В принципе, по зельям у нас все шикарно будет. Эх, кобылка. Полетели. Как вы думаете, 10 дней прошло, и желуди уже обновились или нет в водоеме? Привет, Вань, как тебе АРК? Вот видел, но что-то не завлекает меня. Все никак не начну я проходить АРК. У меня она есть, я ее купил еще давным-давно, но, увы. Да, лошадка прикольная. Кстати, можно единорога получить. Это, кстати, с клуба творчества. Да, ребят, я играю со всем клубом творчества. Погоди. Если я сейчас сюда отправлюсь через сосновую заставу. Все правильно ж? Или эта дорога меня обратно приведет в... Да, обратно приведет. Пардон. Пеныч. Что это было? Ребятки. Боже мой. Даже ничего не написал. Мы все дружно подпрыгнули. Я офигел. Спасибо за такую невероятную поддержку. Ого. 5,7 сладких рулетов сразу. Боже мой. Спасибо от души за такую офигеть какую поддержку. Но почему ничего не написал?
Я понимаю, иногда слова не нужны. Спасибо тебе. Так, ну что, ребят? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давайте сохранимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, отправляемся на проходить квест. Отправляемся, ребят, быстренько в White Run. Быстренько забираем там послен, потому что зелья нам нужны будут. Хотя, честно говоря, если я собираюсь... О, боже мой, мне, по-моему, что-то там заложило. Если я собираюсь все-таки еще ассасином, мне вот как ни крути, нужно докачать иллюзию, купить себе невидимость. У меня 73, она на 75. Хотя, честно говоря, сейчас есть шанс, реальный шанс, что она может просто напросто... Так, ребят, погодите. Я хочу кушать, но только не пойму. А, ну все правильно, я ж на лошадке. Че за мод у тебя, Вань? Ребят, у меня... Стоило сюда приходить. Не-не-не, сейчас ни с кем не будем драться, потому что нету времени. Сейчас мы отправляемся. Мы должны успеть пройти квест, начать его хотя бы, ребят. Фух. Почему я без брони играю? Потому что я за мага играю, за скрытого мага. Ребят, если я буду в броне, то скрытность... У меня так скрытно что-то хромает, очень сильно хромает. Вроде качаю, ну не знаю, все видят. Такое ощущение, что с уровнем у них еще чуйка вырастает по поводу скрытности. Отдельно, ладно, я уже не успел посмотреть по поводу желудя, потому что я до сих пор еще обалдеваю. А что за квест по плану? Тань, сейчас увидишь. 5 минуточек. Я все организую. Давайте посмотрим. Блин, у меня дофига какого-то барахла. У меня 200 килограмм какого-то барахла. Сергей Резнов, спасибо за 100 рублей. Спасибо. На сладкий рулет. Спасибочки. Уже, честно говоря, почти 6. Супер. Даже не простых. Это супер сладких рулетов. Офигеть. Что посоветуешь отчаянному отчаянный поклонник? Пройти в Скорим за двуручника с молотом на легенде. Можешь краешком посмотреть мой гайд. Пеныч. Блин, у меня что-то, видимо, пошло не так, и сообщение не сохранилось. Как сам? Как Ванюшка? Обожаю твои видосы по Скайриму. Всего тебе самого наилучшего. Продолжай дальше пилить такой классный контент. Спасибо. Я понял, что-то там пошло не так. Да, бывает из-за каких-то символов, походу, Донешл не читает. Обидненько, очень обидненько. Надо будет посмотреть, что там. Спасибо. Все понемножечку, все хорошо. Сынулька растет так быстро, что я просто, мы с любимым просто офигеваем. Я вот реально помню, как я в первый раз его увидел в роддоме. Маленький. Даже головку не может перевернуть. Такой вот маленький. И сейчас уже пыряет на велобеге. Уже 3,5 годика летает просто на нем. Уже научился равновесие держать. То есть, я так понял, что покупаете детям маленьким сначала велобег. Они на них бегают, именно учатся равновесию. И потом просто чуть побольше педали и все. Все, даже учить не надо. Реально учить не надо, потому что вот он подрастет, наверное, уже 4,5 годика. Можно уже покупать или на 5 велик с педалями и... Все хорошо, только из жары, конечно, сон слабенький у него. Просыпается. И у всех слабенький сон, можно так сказать даже. Спасибо. Дети, вот реально я когда-то слышал от мужичка, у которого дети уже выросли, ну как выросли, им уже лет по 20, и он говорит, вот вначале это
дети рождаются, и время как будто с пулемета. Как будто, ну, скорее всего, за счет того, что ты постоянно волнуешься, что купить, что и как воспитать, что это. И эти все события, это все крутится, и так быстро, ребята, что просто офигеваешь. Казалось бы, да, долго, но нет. Ребят, время летит. Время летит с огромной здесь скоростью. Здесь Скайриме раскол. И ни магия, ни время. Так, ладно. Ладно, ребят. Давай быстренько сюда. Вот он, родимый. Вот он, посленчик. Слушайте, но его с головой, по-моему, хватит уже. С головой. А, понятно, что много веса, потому что мне еще зелье. Мне еще какие-то ингредиенты. Так, тут послен пособирали. По-моему, послен тут где-то еще растет возле каких-то домов, что немножечко странно, да? В каждом из нас будущее Скайрима. А ну сейчас, погодите. Амриэля! И вот в чем суть. Так. Я не уверен точно. О, погодите. Пусто. Тайник вора. 21 монетка, шкурах. Факел. По-моему, этот тайник просто не меняется с уровнем. Точно такой же лут. Так, чатик убежал. Сейчас немножечко поглючу, ребят. Самую малость поглючу. Боже мой, я вспотел. Я и не остыл. Так. Возле этой старушки. Ладно, мне хватит. Мне хватит, ребят. Слишком много беготни. Не, ребятки. Все-таки я для себя решил, что вот такие вот вещи с посленом, сколько... Посмотри, что у меня надо есть. В режиме выживания готовить. Наверняка ты найдешь. Вид у тебя бледно... А, так значит, ты алхимик. Ингредиенты. Так, давай посмотрим. Как всегда, у нее один послен, наверное, тоже будет, да? Мне вообще ничего. Ладно. Запас сил. Повышение здоровья. Кузнеца. Сопротивление огню. Невидимости оставим. Исцеление болезни есть. Это хорошо. Давай вот это вот продам. На силу продам. Магию оставлю. Да, давайте маленькие. Потому что они весят по... Яды, отлично, что-то с нудбесилы, водного дыхания, я думаю, можно продать, карманника, сопротивление огню и отличника. Если потребуется лекарство, ты знаешь, где меня найти. Как жену зовут? Алла? Аллочка. Разрушение, еще 7, ребятки, 48%, практически 50, кайф. Кайф. Я торгую лекарствами кайф. От всех бед. Все. Проваливаем отсюда. Миш, да, время подходит, но... Я думаю, мы успеем. Блин, на самом-то деле, сегодня вот весь стрим... Это беготня, да? Прошли квест Шагарата и... Блин, ну очень мало, очень-очень мало я сегодня. Но, ребята, давайте хотя бы начнем его. Кстати, какого черта моя лошадка уходит? Она же моя, я же... Глюки. Слушайте, может быть из-за того, что я седло ей не поставил? Я могу отвезти... Ну, куда едем? Так. Маркарт. Залезай в повозку и отчаливаем. Марка. Если спросишь моего обиделась совета, лошадка. Маркарти, держись подальше от беды. Мистер Лукаурус, спасибо. Не желаешь приехать как-нибудь в Харьков, Жека? Может быть, как-нибудь и приеду. Может быть. Хочется, конечно, приехать в
Харькове очень много крутых вещей, крутых аттракционов. Ванюшку в парк Горького повезти. Ты что? Мы в прошлом году были, и, ну, Ванюшка добро был еще маленьким. В таверне «Серебряная кровь». Ни на каких аттракционах он не хотел еще кататься, даже на самых детских. Угадай с трех раз. Хорошо. Я покажу тебе твою комнату. Здешние пески холодные, но когда ты здесь, Каджиту становится теплее. Натрезимка. Всем привет на сладкий рулет и хорошего настроения. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Спасибочки. Давайте хорошенько выспимся. Давайте хорошенько перекусим. Вау! Евгения, спасибо за 100 рублей. Ваня, ты супер. Смотрю твои видео каждый день. Ты привил мне любовь к Скайриму. Продолжай пилить годный контент в том же духе. Спасибо! Альберт Казанский! Сейчас ты не сможешь зачаровать мой меч. Спасибо, лезвие. Ребят! Песни. Молодец, что делаешь такой стрим. Скайрим Форевер. Поскорее бы новый The Elder. Ой, поскорее. Спасибо, ребят. Спасибочки. Рома. Рома, привет. Юля Наумова. У таких, как я, а фан-встречи будут когда-то? Да какие фан-встречи? Я же живу в Изюме. Маленький городишко. Тут, скорее всего... Хотя нет, есть ребята писали, которые смотрят меня в Изюме. Но, да, конечно, было бы прикольно собрать немного ребят в Харькове. Когда-то я планировал. Но потом не получилось. Так, 80 килограмм. Что вообще я вот это вот... Ну вот куда его деть, а? Вот куда это все деть? Лучший вариант, наверное, то, что мне не нужно, просто... ребята... Так. Дай-ка подумать. Как ни крути, ребят. Как ни крути, все-таки нужно сбегать домой. Поместье. Само собой. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливай. Просто с моими талантами 80 килограмм забьется очень быстро. Блин, после этого квеста большого, напомните мне, пожалуйста, ребят, мы отправимся на Soulstaim. Потому что там есть такие бонусы, которые просто, ну вот незаменимые. Это, конечно же, Дримора Торговец. Он просто обязан у тебя быть всегда, с самых ранних этапов. Я понимаю, будет тяжело. Я понимаю, будет крипово. Я понимаю, будет невероятно сложно, но нужно его получить. Очень. А продать не судьба? Ну, я понимаю, но я не обновляю тут торговцев. Так что мы сейчас особо и не продадим. У меня там камушков много и всего. Мистер Шпилькес, привет. Спасибочки. Да, у данного парнишки есть свой канал. Ребята, Джаспер, спасибо за 100 рублей. Спасибочки. Спасибо за контент. Скоро новое видео. Ребят, будет очень интересно. Спасибо вам. Да, мистер Шпилькес, сынулька мой просто залипает на машинках, на раннере. Ну только он смотрит, только когда ты ездишь на УАЗике, на джипике, на том премии. Вот именно джипик смотрит. Блин. Так, ну что, камни оставим.
Золото, камни душ можно, в принципе, оставить. Несколько рубинов. Зачем мне книгу? Таспелагия. А, он теперь со мной постоянно, да? Тарелки. Очень много факелов. Давай, наверное, мы несколько оставим. Черные, пустые. Нужно будет, кстати, ребят, нужно будет в Абаджек. Давайте много с собой не таскать. Посох грозового Атронаха и все. Ледяного я выбрасываю. И цепных молний, ну, нет, очень бы хотелось. Ну, давай оставим. Яды, яды, яды. По пище у меня тоже очень много, наверное, тяжелой пищи. Ингредиенты. Все равно особо много я не выложил, да? У меня перчатки. Перчатки борца, которые не нужны сейчас. И обручи. Обручи, которые весят по 2 килограмма. Вообще-то. Гильдия воров пол... Нетушки, извините. Ох, это все, да, пока выложишь, пока то все, боже мой. Катоша, дебелы, свитков, знаете, какой мне свитков, не пользуйся свитками, просто не пользуйся и все. Понимаю, они мне могут очень сильно помогать, но в плане ингредиентов. Очень много у меня ингредиентов, которые я сейчас не буду использовать, и если мы их сейчас, нет, не съедим, выложим, да, там еще по заданию, то мне будет немножечко проще. Да, в режиме выживания они что-то весят и немножечко меня. Сейчас бы на перемотку. Да, скажите, вот это вот скорее больше всего достает, когда тебе нужно что-то продать, тебе нужно, ты много вещей. Я вот помню, когда только начинал играть, мне это постоянно так напрягало, черт возьми. Блин, опять все переполнено. И, знаете, и много всего ценного. Вау. Пеночки. Кстати, я тебе уже доначил. Перед днем рождения Ванюшки. У меня был никнейм на сладкий рулет. Ты еще в RDR 2 играл вроде? Так вот вопрос. Ты купил себе ветролет? Джеспер, спасибо за 100 рублей. Спасибочки. Когти нужны зачем-то, кроме как открыть дверь в подземелье. Да, ну еще собирать их. Еще собирать. Все, я вспомнил. Я вспомнил тебя. Да. Сынульки купили машинку на радиоуправление, которую он удачно сломал. А по поводу... вертолета решили слишком опасно еще. Угу, Ванюшка, Ванюшка, сейчас все это, а там же эти пропеллеры, там, ну, эта игрушка такая более. И потом, если я покупаю, я не могу себе купить, это по-любому, Ваня, что это? А все, мы купили уже, по-моему, два или три джипа на радиоуправление и все разломал. Ну, пока, наверное, еще слишком рано ему. Ну, я немножечко накатался. Потому что в детстве как-то... Сергей Резно, спасибо. Вань, когда выйдут древние свитки 6, за какую расу ты хотел бы пройти весь сюжет? Да, об этом уже думал. Какая раса у меня будет самая первая? Самая-самая первая в Т6 это будет... Это будет... Каджит. Да. Самая первая раса, за которую я пройду Т6, это Каджит, ребят. Будет прохождение. Простите, но будет прохождение на запись. Я уйду со всех, сетей. Со всех. Хорошо. Я покажу тебе твою комнату. Я не хочу, чтобы у меня было точно такое же, как с Fallout 4, когда наспойлерили и... Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Я работаю с... Очень многим ребятам просто испортили. У нас ювелирная лавка на рынке. Ну, я знаю, как с этим бороться. Я просто на месяц туда нырну. Знаете, буду выпускать видео каждый день, минут по 40, и будем проходить сюжет. Только так. Только так. Только так, ребят. Так, все. К черту.
Не-не-не-не-не-не-не. Ник, спасибо. Привет, Вань. Смотрел ли ты трилогию «Как приручить дракона»? Если да, то какая часть понравилась больше? Первая. Обычно, знаешь, самая крутая из таких вот первая. Ну, потому что это все самое начало, как он с ним знакомится. Там и грустно, и... ну, классно. Классненький мультик. А следующей части уже, знаешь, вторая более интересная, третья, ну, лично для меня уже как бы немножечко потеряла. Геймер, ассасин, здорово! Кунг-фу панда! Приветик! Так, ребят, F5. И давайте нам накастовать иллюзия приглушения шагов. Зачем? Ну, чтобы сейчас какой-то враг на нас напал и... сюда. Так что давайте я, наверное, буду шепотом. Мы сейчас добежим. Вот так вот. Так, ребята. Мы бежим куда-то вот сюда. Я думаю, многие уже догадались, какой квест. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мистер Шпилкис, спасибо тебе за 111 рублей. Нельзя так просто взять и уйти со стрима мистера Кэта и не задонатить на сладкий рулет. Спасибо, очень приятно. Спасибочки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять медведь. Я вообще добегу туда. Я думаю, друзья, вы уже поняли, куда я бегу. Куда я бегу, блин? Громко нельзя говорить. И все же. Что может быть лучше, чем пить виски 18+, и смотреть любимого блогера по Скайриму? Ой-ой-ой-ой-ой. И самое главное, это вредно. Но, если в меру... Спасибо. Так, еще. Ребят, как же трудно туда добежать просто... Как я там выживать буду? Ой, мне повезло. Бандиты, саблезубые. Все подряд. Отстаньте. Отстаньте от счастливчика. Аркнтамс, ребят. Надеюсь, Мишка сейчас за мной не прыгнет. Ух. Да, ребят, квест. Поворачивай назад.
затерявшийся в веках. Я его хочу пройти тоже с самого начала, с самого старта. Посмотреть, какие уже сокровища будут мне выпадать. Чатик убежал. Обалдеть. Я, честно говоря, сегодня... Пожалуйста, поверни назад, пока еще не поздно. Погодите. Нет, по-моему, тут больше ничего нет. Планировал, конечно, хотя бы половину пройти этого квеста, но... Настя, Валентина, Иван, Иванов, капитан, таинственный незнакомец, который похож на феноменального. Да, ребят, мы с вами... Пройдем. Почему ты еще здесь? Дай-ка угадаю. Сокровища ищешь, верно? Как и все остальные. Ну да. Кто ты? Меня зовут Катрия. Я была искательницей приключений. Почти 20 лет такие руины обшаривала. Я напала на след чего-то важного. След привел меня сюда, и я не справилась. Что ты искала? Это долгая история. Доводилось слышать об Этерии? Это редкий минерал, который использовали гномы. Предположительно, им пришлось построить особую кузницу. Кузницу Этерия, чтобы его обрабатывать. Выкованные изделия оказались столь могущественными, что из-за них началась война, а кузница оказалась утеряна. По крайней мере, так говорит история. Что за история привела тебя сюда? Я всю свою жизнь провела в погоне за этой легендой, пока мой помощник, скотина, не украл мой труд и не опубликовал его от своего имени. И теперь мне нет покоя. Пока у меня не будет доказательства, которое можно предъявить всем, чтобы все поняли, что я нашла, чего достигла, что моя жизнь не была напрасной. Но безнадежно это все. Я погибла здесь, как и все остальные. Поверни назад. Поверни, или станешь новой жертвой. Я совсем справлюсь, убеждение, но мне кажется, не сработает. Ну да, все так говорят. Мне не отговорить тебя, да? Знаю. Знаю, я сама такая же была. В общем, если хочешь добраться до самого верха, тебе понадобится подмога. Тебе нужна моя помощь? Ваня смотрел «Властелин колец». Какая часть больше тебе нравится? Все. Ты что? «Властелин колец», «Хоббит» — это просто фантастические фильмы. Я понимаю, они сделаны по крутейшим книгам, но хотелось бы что-то еще такого испытать. Да. Хорошо, тогда вперед. Так, ребят, почему у меня залагал? Потому что у меня тогда он даже и не начался. А сейчас все нормально. Квестов. Просто зацените, сколько у меня квестов. Ну да, ребят, весь клуб творчества, так что не удивляйтесь. Вот здесь я и погибла. Падение было долгим. Захвати мой дневник. Он нам пригодится. Упала она как-то наискосочек, ну ладно. Да. И вот ее дневник, все нормально. А тогда, когда я проходил, даже не было этого квеста, не было дневника и все. Хотя как бы квест и начался. Да? Да, 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 да.
Ух, нелегко будет его пройти, ребят. У нее еще прикольная фраза, когда мы снимем с нее все вещи. Но давайте не будем снимать. Ребятушки, на этой нотке буду заканчивать. Хотел, конечно, подольше, но сейчас сынулька еще спит тут. Всем огромное спасибо. Спасибо, что поддержали лайком. Спасибо, что поддержали финансово. Всем огромное спасибо, ребят. Ух, сегодня было жарко. И все-таки следующие квесты, когда буду проходить, я буду уже готовиться. Ну, знаете, побежать туда, сделать зелье, такое вот элементарно, то, что занимает очень много времени, особенно когда ты играешь в режиме выживания. Угу. Настя, спасибо, ребят. Дима, Макс, Миша, спокойной ночи. Аксов. Так, мы не затестили полностью счастливчика, но будем тестировать. Будем тестировать. Таня, Мирослав. Кстати, ребят, следующий стрим проведем разговорный. Я постараюсь заранее сделать новость. По времени тоже сделаем ближе к вечеру. И посидим, пообщаемся. Я как раз-то отвечаю на большинство вопросов ребят, которые мне задают и... не получают ответ, потому что очень много комментариев. Мне сейчас под видео там до 1000 доходит, и бывает и больше. Я стараюсь отвечать, но физически не успеваю, ребят. Так что будет прекрасная возможность задать ваш наболевший вопрос. И я постараюсь ответить на максимальное количество. Всем огромное спасибо. Всем пока, пока, ребят. Пока. Огромнейшее спасибо ребятам, которые помогли финансово. Обалдеть.